iPhone 3G. Замена верхнего шлейфа. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 3G». Частая причина поломки верхнего шлейфа – выход из строя кнопок включения, громкости, режима вибро или ситуации, когда аппарат не может определить гарнитуру. Снимаем два винта, которые фиксируют кнопку включения. Далее отсоединяем разъем гарнитуры. Затем снимаем кнопки громкости и переключатель вибро. Пинцетом вынимаем шлейф из задней панели. Новый шлейф устанавливаем в заднюю панель и фиксируем его винтами. Вставляем разъем гарнитуры на место и закрепляем кнопки громкости. Далее вставляем кнопку включения и прикручиваем ее двумя винтами. Все, верхний шлейф заменен.